гуси прилетели в товарных количествах, причем. Кричат два экземпляра, парочка. Гусь да гагарочка. Так вот выглядит наш заповедник птиц. Идем дальше чуть-чуть. Смотрим еще на какую живность. А живности разнообразия-то никакого. Вот те же гуси сидят. Что сидят, непонятно. Вот голой задницей, можно сказать, на льду. Ничего. Прекрасно себя чувствует. Водичка, конечно, прибавилась, шумит. Тут скоро лед, конечно, убежит. А в общем-то, вот гробик чей-то бетонный. Наверное, мафия туда кого-нибудь упаковала. Монреальская. Ну, это нормально. Станичники, нечего и рассказать. Пойду-ка я взад. Что-то тут дует ветер. Ну все, возвращаюсь. Стало холодно что-то. Стало дуть. Ветер задул. И поэтому особо смотреть-то нечего. Те же гуси, одни и те же. В парах скоро пойдут гусятки. А пока вот тут после дождя пейзаж такой безрадостный, но хорошо хоть не льет с неба. Вот слышите, там орут эти самые гуси, какофония. А я возвращаюсь к машине.